По сведениям пресс-службы ГИБДД и роты ДПС, за прошедшую неделю на территории Белореченского района произошли 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб 1 человек и 4 получили ранения различной степени тяжести. За неделю сотрудниками отдела ГИБДД и роты ДПС зафиксировано 387 нарушений правил дорожного движения, из них 82 грубых, за которые предусмотрено лишение прав на управление транспортными средствами. На дорогах района выявлены 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Зафиксировано 63 факта превышения скорости, 19 нарушений правил дорожного движения пешеходами. Отмечено 7 фактов непредоставления преимущества пешеходам автотранспортом. 18 водителей нарушили правила перевозки детей в автомобилях. 2 факта нарушения правил дорожного движения водителями мототехники. Зафиксированы 56 фактов выезда на встречную полосу.